солнце мартышка, осел, козел и косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили смычки, дерут, а толку нет. Стой, братцы, кричит мартышка. Погодите, как музыки идти, ведь вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька, садись против альта, я прямо сяду против вторы. Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запряжут лес и горы. Уселись, начали квартет, он все-таки на лад не идет. Постойте ж, я сыскал секрет, кричит осел. Мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Уселись чинно в ряд. Но все-таки квартет не идет на лад. Тут пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шумах прилететь. Тут сразу все к нему, чтобы их решить сомнения. Как, пожалуй, говорят, возьми на часть терпения, чтобы квартет в порядок нам уж привести. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть? Чтоб музыкантом быть, так надо на умение и уши ваших понежней. Им отвечает соловей. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь.